когда вы будете в стойке, если вы не обойдете его руки, вы ничего не сделаете. То есть какие-то там проходы в ноги, да, все будет упираться в то, что я сейчас пойду в ноги, Саня меня просто руками будет держать. Да даже не так, просто вот, ну пойди мне в ноги, да. Вот, да, то есть он не пройдет мои руки. А нужно обойти. Все вот эти вот движения, переводы, спрос и так далее, это все для этого. Просто так, без подготовки. Ну, не знаю, у нас там в борьбе в нашей бывают люди спят, и вы можете в ноги пройти, но, как правило, конечно, ну, на это рассчитывать не стоит. Соответственно, вот, допустим, у нас есть стойка, да, есть захват. Даже вот мы сейчас будем делать боковой проход, потому что для синих поясов, для белых поясов, они не могут делать проход прямой. Ну, больно, если боковой, прямой. И сейчас вы узнаете, в чем разница. Соответственно, вы берете, рукой как бы счищаете, продергиваете его, и открывается вот эта сторона, да? Отсюда вы... Сейчас мы делаем с колен, потому что когда научимся делать с колен, нам проще будет со стойки, да? Вы как бы толкаете задней ногой, передняя нога встает на ковер вот здесь. Понимаете, да? Теперь вы прихватываете его ногу, и за счет вот этой ноги, подъема, да, вы поднимаетесь. Что мы делаем сейчас, самое простое, мы как бы за ногу вытягиваем, как ребенка на руки кладем. По большому счету здесь уже многие из нас начнут заваливаться, а? Если вы ему еще ножку подставите, он упадет, да? Еще раз. Мы начинаем с перевода, да, сейчас.